На Калининском мосту Чебоксар вчера произошла авария. По словам очевидцев, груженный МАЗ, принадлежащий одной из строительных компаний, выезжал с улицы 15 лет Комсомола. Это первая улица перед мостом. Водитель, почувствовав, что не может затормозить, принял решение направить машину во враг, чтобы избежать столкновения с другими участниками движения. Сам он успел выпрыгнуть из кабины. Грузовик чудом не улетел вниз, хотя сшиб несколько пролетов ограждения моста. К счастью, никто не пострадал. В Урнарском районе возле деревни Кумбала вечером 14 августа произошла трагедия. 41-летний мужчина утонул в реке в автомобиле «Жигули» 10-й модели. Житель деревни Кумбала приехал к местной реке со своим двоюродным братом из Чебоксар. За рулем был 40-летний житель столицы. Машину водитель припарковал в 5-6 метрах от речки и пошел купаться. Его пассажир остался в машине и, видимо, решил пересесть за руль автомобиля. Проехав задним ходом, мужчина опрокинул машину в пруд с обрыва около 2 метров. Автомобиль оказался на дне водоема, мужчина погиб. По предварительным данным, причиной смерти утонувшего является утопление в воде. Серьезных повреждений на нем не обнаружено. Также проверяется информация о том, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Целью экспертного установления причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.